Во дворе многоквартирного дома на улице Микояна прошел демонтаж детской площадки. За годы службы старое оборудование успело износиться и прийти в негодность. С инициативой реконструировать площадку химчане обратились к лидерам движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» – Владиславу Мирзонову, Сергею Малиновскому, Руслану Шаипову, Александру Якушину и Алексею Федорову. Предложение было размещено на сайте «Хижонлайн», где за него активно проголосовали, и начало реализации проекта не заставило себя долго ждать. Мероприятие очень долгожданное, значимое для детей этих домов и ближайших, поскольку новые площадки, они приносят детям радость. И наша задача, чтобы они были безопасные, интересные, красивые и удобные для всех. В рамках благоустройства придомовой территории запланирована замена лавочек, урн, будет создана дополнительная тропиночная сеть, установлены лампы уличного освещения и металлические ограждения. По планам, сдать новую детскую площадку должны будут в конце октября. Кроме того, обновить дворы в микрорайоне Сходня собираются на улицах Первомайская, Мичурина, Ленинградская, Папанина и третьем Мичуринском тупике.